Итак, пора четвертьфиналов. Все, 8 команд определились, теперь нет шансов на ошибку. Дальше пройдут всего 4, затем 2, а из 2 останется 1. То есть 2 минус 1 получается 1. Ты изучал арифметику? Я так смотрю, у тебя с математикой все в порядке, и ты не от дождя прятался в школе, а действительно ходил на уроки и получал знания. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. И мне кажется, будет ничья. Мы видим состав команды хозяев. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Нам показывают состав команды гостей. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Наш матч начинается. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Чой Чун Сун. Альдо Сари. Альдо Сари. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Неплохой удар, но вратарь на месте. Хорошо играет вратарь. Хоть дистанция и большая, но все равно молодец, что справился. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепен. Вот такой прямолинейный дальний удар. В следующий раз нужно что-то более интересное придумать. В центр штрафной подан мяч с углового. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Все просто. Вынос. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Жорди Амат. Атака продолжится через фланг. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Хороший шанс. Удар головой. Мяч проходит выше перекладины.
Нет, не дошел этот пас до адреса. И пробил игрок. Да ну, это совсем никуда не годится. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Чой Чулсун. Альдо Сари. Пас, пас, еще раз. И разрезающий пас на ход. Выбивает вратарь. И пробил он по воротам. Удар в перекладину. Хороший вынос мяча из штрафной. Повезло сопернику, конечно. Здорово он пробил, но попал в штангу. Грамотный пас, все по делу. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Нет, ну такими ударами игры не сделаешь. Ну, пробить с такой дистанции и не отправить мяч в ворота, это надо очень постараться. Да, это был удар. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Сочный удар. Жаль, что не достиг цели. Хороший удар, но не точный. Счет на табло не изменился. Альдо Сари. Чой Чулсун. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Такие передачи придают атакам остроты. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. В это невозможно поверить, но Лапорта переходит в Баварию из Манчестер-Сити. Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Крайне плохая передача приводит к потере мяча. Заброс вперед. Не прошла эта передача мяч у соперника. Все верно, края надо чаще задействовать. Точности не хватило его передачи, соперник легко разгадал эту затею. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Пострел, мяч потерян, отличный перехват. Очередной точный пас в его исполнении. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Навес тут должен последовать. Навес в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку.
При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Удар! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Досадно, досадно тренеру, что вперед выйти не удалось. Но он подбадривает своих игроков. Альдо Сари. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. И буквально подарил мяч сопернику. Тем временем соперник перехватывает мяч. Ну, грузи в штрафную. Момент упущен, навес не получился у игрока. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. И подача туда, в сторону ворот. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну, решай же! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Здесь прессинг. Навес в штрафную. Защита первая на мяче, вынос. Альдо Сари. Чой Чулсун. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Чой Чулсун. Все правильно, выбит мяч из штрафной. И это удар! Для вратаря такие удары разминка. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Роман Зобник. Ну что же, у нас окончен первый тайм. Учитывая, что впереди еще ответный четвертьфинал, каждый клуб может трактовать текущий результат в свою пользу. Ничья там. Соглашусь с тобой, Георгий, но понадеюсь, что во втором тайме игра все-таки раскроется. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. И подает в штрафную. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч перехвачен. Плохо сыграл.
Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Забирает мяч голкипер. Нельзя сказать, что это был лучший тайм в его исполнении. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Альдо Сари. Чой Чулсун. Плохая передача, мяч просто покинул пределы поля. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Семель Жиго. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Ну и где же навес? Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Есть удар! Очень спокойно забирает мяч вратарь. Хороший пас. Что дальше? Бей и выводи команду вперед! Классный отбор! Молодец! Минут играть осталось. Роман Собнин. Жорди Амат. Свисток штрафной. Замена у нас будет. Вот это пас прекрасный. Поторопился уйти в отрыв футболист. Не играл. Нет, не дошел этот пас до адреса. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Не получился пас, и мяч уходит за пределы поля. На замену решился тренер. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Мяч вперед идет к чужим воротам. Подача на дальнюю штангу. Отскок в поле от перекладины. Защита первая на мяче. Вынос.
Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Альдо Сари. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Есть поддержка здесь. Штрафную подачу и есть. Ничего себе! Как ты это делаешь? Тут нет слов, просто какой-то Ван Бастен прям. Эффектно и эффективно. Гол, красавец. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. Один-ноль в нашей игре. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мяч будет введен из-за боковой. Чой Чулсун. Альдо Сари. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Подача! Чей мяч будет? Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Семель Жиго. Жорди Амат. Да, положение вне игры было, да и момент опасным не назовем. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Такие передачи придают атакам остроты. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Очень дальний удар. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот.
Накрывает игрок этот удар. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. И есть поддержка у этой атаки. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. И пробил! Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Увидел открывание впереди, делает передачу. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Все верно, края надо чаще задействовать. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Сейчас будет подан угловой. Команда понимает, что это шанс увеличить отрыв и решить исход матча. И прямо в центр штрафной мяч летит. Хороший вынос мяча из штрафной. Нужен навес. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Отличный удар. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Семель Жиго. Роман Собнин. Штрафная подача. Есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Жорди Амат. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. И удар. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Вот и подошел к концу этот матч. На табло счет 1-0. Поздравляем их с победой сегодня. Важно это достижение для команды и хорошее преимущество перед ответным матчем. В такой борьбе любое преимущество важно. Хороший матч они сегодня провели. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.